Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас с вами четвертый день творчества живописи. Вот 2 дня у меня ничего не выходило, потому что у нас был сильный дождь, и мы с сыном сидели дома. Сегодня вот было солнышко, мы пошли, как видите, набрали вот целую кучу листочков разных. Также здесь есть вот плакучая ива. Был сильный ветер, и она просто упала. Я как раз ходила и вокруг нее искала какую-нибудь веточку. Думаю, веточкой, конечно, мне будет удобнее. Вот я ее нашла. Вот также, кстати, вон там вот лежат старые с прошлого раза. Вот рябинку я нашла интересную такую. Ну, здесь, конечно, вот лежит красненькая, она поинтереснее. Все-таки она гораздо покрасивее, чем нарисовала я. Сейчас посмотрим, что нарисовала я. А, ну вот я нарисовала. Здесь, конечно, гораздо красивее. Я думаю, если честно, ее перерисовать. Потому что ну, это особо не похоже. Вот, тут покрасивее гораздо. Тут вот зелененькая, тут у нее листочки. У этой вот, смотрите, листочки тут вот прям вот мелкие такие. А вот здесь покрупнее. Они, наверное, немножко разные. Вот, опять же нашла вот похожий листочек. Вот здесь был. Где он? А вот. Ну вот, они опять похожи. Я снова у вас спрошу название этого дерево, листочка. Может быть, кто-то новенький нас смотрит и напишет мне потом в комментариях. Вот это, по-моему, какой-то обыкновенный листочек обыкновенных кустов, которые, в принципе, растут везде. Вот. Опять же, я нашла тот же самый, такой симпатичный. Он уже, правда, подсох немножко. Вот, вот такие вот я, кстати, нашла. Где-то тут еще один был. А вот тут. Интересные, какие они, какие-то неправильные, какие-то там набок. Какие-то прям они это разные. Тут вот с этой стороны большой, такой завышенность, да, тут какая-то поменьше. А тут с этой стороны какие-то тоже непонятно, что за листья. На деревья смотришь, они все как один, непонятно. Вот это тоже вот обычный куст кустовой. В принципе, там как и до этого был. Лист дуба. Нашла его вообще с огромнейшим трудом. Они, к сожалению, уже в октябре становятся такие коричневые, тонкие. Вот единственный более-менее я нашла. А нет, тут еще один есть. Еще один. Они немножечко различаются. Вот они. Немножечко они разные. Вот, вот такие. Смотрите, какие они красивые. Тут красненькое, тут желтенькое. Такое впечатление, как будто художник с акварелью сидел и рисовал на этих. Вернее, раскрашивал эти листья. Такое вот нашла. Ну, тоже что-то есть похожее, но немножко другое. Так, ну тут у меня береза, по-моему, вот это. Это, по-моему, тоже. Что-то набрала много и уже даже забыла, какой, где я рвала. Как они там вообще называются. Еще как-то немножко запоминала. Здесь нашла, кстати. На земле нашла вот такой лист большой. Вот разве узнаешь, что это за лист такой, а? Тут вот он какой вот. Большущий. Так, а вот береза, да. Я хотела один сорвать, а у меня получилось 2. А, значит, а тоже береза. Вот эти опять понаходила. Полно. Так, а еще листочек дуба. Маленький. Этих прям полно. Тут прям вообще такой классный. Как кожаный такой, гладкий такой вообще. Супер.
А они вообще, я понаходила желтый, зеленый. Вот еще потемнее нашла. Вон, смотрите, какая палитра целая. Еще желтенький. Маленький такой нашла, смотрите. Вообще прям красота такая. Нашла вот, ну вот как тот похожий. Маленький. Где вот этот вот. Вот они похожи. И сзади он точно такой же. Не знаю, у нас похожее дерево растет, под которым я его нашла перед домом. У него вот такие листочки. Видимо, я так думаю, это вот как раз тот же самый, как бы и есть. Ну, что-то схожее, что-то похожее. А вчера я искала в интернете на что-то подобное, я такое вот натыкалась. Ну, там что-то то ли тополь называется, то ли как-то так. Что-то там подобное, похоже вроде бы как. Вот тут тоже вот чуть-чуть. Рябинка. И мать. Это тоже, кстати, рябинка оторвалась у меня. Вот, тут еще один лист. Огромный. Что там за лист? Ну, неизвестные листья, конечно же, я не буду рисовать. Смысла нет. Хотя, конечно, чисто для вас это интересно. Вот такая рябинка. Вот. Ну, вот эти меня прям поражают. Они такие классные. Вообще прям восхитительные. Их, конечно, очень много лежит на земле. Очень они такие красивые. И на дереве они растут вот, ну, точно такие же. То есть у него вот прям другие. Какие классные. А вот именно вот эти, кстати, они... Ну-ка. Вот он точно такой же, как этот сзади. Такой же мягенький. Мне кажется, это один и тот же есть. Но только вот на дереве, вот это я нашла под таким же деревом. А вот на дереве такой вот не растет. Нету. Смотрела, стояла. Кстати, с прошлого раза. А нет, это другой. Похожий. Вот. Такие листочки у нас с вами. Вон они. Какие красивые. Так, ну и давайте будем с вами рисовать, пока наши листочки не высохли совсем. Сейчас вот тут так положу. Какой темный, да? Красивый. У меня прям тут уже осень. А, еще, кстати, забыла вам показать вот эти вот палочки. Так, вот береза, а вот эти вот палочки, это вот, господи, кто это вот, я клала вместе с листочками, но я уже забыла. А, это плоды липы, тогда листочки липы, я не могу найти, я не знаю, где у меня листочки эти, это липы, вот это что ли? Там нарисован у меня совсем другой. Не знаю, если только может быть вот этот вот. Скорее всего, да. Да, точно, вот они. Потому что, по-моему, я два листочка рвала. Наверное, да, вот эти вот липы. У нас липа. А что же мы когда-то с вами рисовали? А, ну вот мы липу с вами рисовали. Не знаю чего. Липу мы с вами, тополь, каштан и клен уже нарисовали. Кстати, предыдущие наши с вами работы. Да, вот это вообще прям восхитительно. Классно получилось. Я бы еще таких, наверное, напечатал 1000. Отдельно рисуешь каждый листочек, которые потом соединяются тут в единое. Вообще просто классно. Как каждая отдельная картина. Вот. Положим сюда. Так, значит, сегодня мы с вами будем рисовать листочек дуба. И посмотрим дальше, либо...
посмотрим, пока не буду говорить. Пускай вам останется пока что это секретом. Получился с вами дубовый листочек. Такой, смотрите, он довольно красивый. Похож как на какую-то планету, что ли, отчасти. Какие-то там непонятные волны, переходящие с одного цвета в другой. Очень красиво. Thank you.
достаточно красивейших листочка. Скажу вам, вот это было немножечко сложновато нарисовать, именно вот плакучую его, потому что у него листочки узенькие, там больно не размахнешься, все надо как-то сжато все это рисовать. Если, например, был на каштановом листочке, то там еще можно что-то разнообразить. Дубовый листочек довольно легкий был, интересный, мне очень понравилось. Мне нравится, как он высох. Вот эти вот всякие штучки тут какие-то, вот даже пустые места остались, это интересно. Спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Я надеюсь, что вы рисовали вместе со мной. Мне очень хочется увидеть ваши работы. Вы можете их отправить мне ВКонтакте. Будет ссылка в конце, в описании ВКонтакте, также на почте и в Инстаграме. Где вам будет удобно, там и присылайте туда. Очень жду вашей работы. Вот. И на сегодня это все. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.